Всем привет, и сегодня я иду в картинную галерею. Мне кажется, я там буду первый раз. У нас, по-моему, не один так много в городе, поэтому сегодня я решил окончательно культуриться, пойти в картинную вот галерею. Сейчас красивые фотки, снять небольшой влог. И, в принципе, вам всем показать, как там, наверное, круто. Моя теперь стандартная прическа 24/7. Кстати, хочу сказать, что теперь очень удобно себе носить шапку, потому что, в принципе, теперь, когда я снимаю шапку, у меня на голове не армагеддон. Все равно немного какой-то трэш, но не армагеддон, как бы с длинными волосами. Поэтому сейчас буду уже убираться. Сегодня даже тепло, на удивление. Сегодня не буран, не метель, сегодня тоже солнце, все замечательно. Все. Но, кстати, хочу сказать, что галерея мега крутая. Интересно, круто, но один минус только то, что очень мало, ну, мне показалось вообще всего. Ну, типа, очень быстро, за 15-20 можно все обойти и посмотреть.